Ты язык что творит? Вы видели, нет? Он там ко мне теперь ходит постоянно. Он будет далеко не уходить теперь, он будет возвращаться, приходить сюда и стоять прямо передо мной. Я вот сейчас пытался включить запись два раза. Он вот прям вот передо мной стоял. И он такой тупой. Мне нужно, чтобы он ушел. Ага. Все. Ай, мудила ушастый! Под стол! Под стол! Лол, кек. Так, смотрите. За дверью слева будет контрольная точка. Фуф. Я уже этот отрывок записываю раз пятый. Я все это время тупо сидел под тем столом у Бена в кабинете, потому что ну просто не мог словить тайминг. Ага, этому дело пошло в склады. Я буду ждать. Буду ждать, пока он не уйдет обратно, наверное, в диспетчерскую. Ну, в холл, короче. Я буду ждать. Буду ждать. Короче. Где это могло? О, смотрите, стол, под которым я сижу, оказался пустым. Магия, да? Видите вон, где D2 написано? Вот под ним я сижу. Видите? Он пустой. И стульев, и стула, который находится передо мной, тоже нету. Это называется недоработки игры. И сейчас смотрите, видите, тут 92 написано? 92% зарядки, типа. А на самом деле-то уже 40 осталось. А где ходит этот утапок, я до сих пор не знаю. Может, он типа исчез? Я, кстати, надеюсь, что мне восстановится зарядка планшета, иначе придется опять к Бену в кабинет вступить. А мне этого пипец как нет что-то. Ага, идет. Я прям телефон к уху прикладываю, потому что я ничего не слышу. А делать громче я не хочу, потому что не будет слышно меня. В прошлой серии мне было слышно меня. Я ролики не могу монтировать, ребят. Поэтому приходится вот как-то вот исправляться в следующей серии. Надеюсь, в этой серии пройдет очень идеально. И надо запомнить деление, на которое стоит. Ну, где-то середина. Всё. Так. Вот ты! Так. Не жопа. Так. Блин, у меня все трясется, все. Как ты можешь меня мать слышать? Я тише воды, ниже травы. Пёс ты. Я думаю, он слышит, как я разговариваю вот тут вот. Где-то стоит. Так, я тебя нажал.
прямо сзади меня. Убирайся. Пожалуйста. Ну иди. Ну я так долго сюда шел. Уйди, пожалуйста. Плиз. Хелп. Он там стоит. Ты мудак, что ли? Уходи. Дурик. Вот он стоит, у тапок. Прям сзади меня. Уходи, мать твою, если ты меня убьешь, я буду орать. Петух. Ну, пожалуйста. Ну, меня тут нету, ну ты же видишь. О, goddammit. Что мне делать, чтобы он ушел? Точнее, мне лучше ничего не делать, чтобы он ушел. Будем ждать, будем ждать, да. На паузу я ставить не хочу, потому что я всегда вот пытался в прошлый раз видео записать, поставил на паузу и упустил очень достаточно прикольный момент. Ну иди, ну блин, кемпер. Окей, я поставлю на паузу до того момента, как он уйдет. Но, скорее всего... Нет, я не буду ставить паузу, потому что... Там еще свои проблемы есть. То есть, если я ставлю на паузу, вот видите, две палочки, да? А потом, когда я хочу нажать на начало записи, я вжух и нажимаю на этот квадратик. И запись останавливается. Поэтому нафиг. 25%. Он ждет, пока у меня зарядка сядет, ну дело. Я буду ждать и слушать. Слушаем вместе. Кричите, если он уйдет. Где ты? Ой, господи, он просто стоит там и кемпит. Что за баги, а? Мне что, в игру перезайти надо? Если я перезайду... Мне хана. Мне опять надо будет сюда бежать. Я буду ждать. Пока он уйдет. Или пока он меня не найдет. Короче, все-таки я ставлю, рискую поставить на паузу. В общем, я не знаю, я сижу тут уже где-то минут 5, и он не уходит. Как его спугнуть? И, кстати, пару раз я даже слышал какие-то звуки. Забаговался, ребят. Просто пипец. Единственный раз, когда я прошел игру. Ну, не прошел игру до конца, но прошел до суперсложного места. Этот петух взял и закемпил мне эту комнату. Что мне делать? Пипец. Алло. Гайс. У меня не найс все. Короче, если до... Ну, посидим тут до 15 минут. Можете даже перемотать до концовки. Если до 15 минут
Короче, в 14:30 я иду к нему, сливаюсь просто. Если он не... сам меня не найдет, ничего не это, или не уйдет, вот так. Вот я буду ждать. Буду ждать 14:30 минут. Или... Ай, можете перемотать на 14:30, если хотите посмотреть, как я буду сливаться. А я буду сливаться, скорее всего. Ну и... Нет, перемотайте на 14:25, наверное. Ровно в 14:30 я вылезаю отсюда. Ну, во время записи. Вон, видите в углу? Циферка, вот по этой циферке ориентируюсь, потому что они немного не совпадают с цифрами записи. Я не знаю, с чем это связано. Но этот мудила не хочет отсюда уходить просто. Я уже обкликивал все вот эти прям камеры подряд. Так вот, ну давайте посмотрим, что у нас есть. Так, смотрите. Это мой кабинет, с которого я начал. Это кабинет Бена. Это кабинет... Опа. Это кабинет какой-то. Дальше. О, 9%. Да, я уже перекрыть начал. А вот этот кемпер, петуч просто. Короче, в общем-то, у нас есть вот такой вот длинный коридор. А, один это вот соединяется с этим коридором. Б8 это комната, в которой будет сова. Вот тут двери слева она будет стоять. Я заспавнюсь за вот этой дверью справа. Короче, у нас есть холл. Это такой, что у нас есть? Это как называется? Диспетчерская, это называется. А это у нас экскурсия. В этой комнате у нас что-то будет происходить, какой-то сюжетный поворот. А вот тут стоит пидор, а вон за тем столом, за вот этим пидором, сижу я. Но вы меня не видите, у меня осталось 2% зарядки, 1% зарядки и 0% зарядки. И планшет сейчас. Это у нас склад, это архив, это два кабинета также. И все, планшет сел. Можем еще фонариком чуть-чуть помогать. А как мне теперь понять, он пришел или ушел? Он идет сюда. Надо же, он отлагал, когда у меня сел планшет, мать твою. Идем отпираем, что ли? Не знаю, почему он отказался говорить со мной. Из-за того, что я опустил убийцу. Но это глупо. Он сделал только хуже. Так или иначе, он явно винит меня в случившемся. Я под столом. Опять чертова кошка. Только не сейчас. Я сломал игру, ребята. Меня друзья назвали Мурмурком, потому что я... Ну, короче... Вот, кошка. Слышишь, Саша? Сохранение! Всем спасибо за просмотр, ребята! Меня зовут Улыбка. С вами была Улыбка, точнее. Мне очень сыкотно, поэтому я теряюсь. И всем удачи! Всем пока!